Ни в одном из видео я не показываю свои способности. Я меняю формат. Все, что я умею на брусьях, именно с направления баланса, я сегодня вам продемонстрирую. Решил выбрать самое интересное, самое такие нестандартное. Итак, ребятушки, всем привет! Как видите, сегодня я опять же на площадке, поэтому сейчас будет спортивный видосик. Это не обычный видосик из набора, типа, ребята, вот обучалочка, ребята, вот вам то, вот мы принимаем вызов. Нет, сегодня будет особенный видосик. Я проанализировал свой канал, посмотрел со своим невооруженным взглядом и понял, что у меня есть все. У меня есть различные, блин, челленджи, у меня есть различные вызовы, пранки, различные обучалки, различные обычные жизненные влоги, но ни в одном из видео я не показываю свои способности. Люди, которые сидят за моим каналом, видят, что я меняю формат. Немножечко мой формат переходит в другое русло, потому что я вижу, что та система, которой пользовался я до этого, она не работает. То есть вот эти обучалочки, это все, конечно, круто, это все хорошо, но это должна быть разовая акция. А я как-то с этим уже затянул. Все, что я умею на брусьях, именно с направления баланса, я сегодня вам продемонстрирую. В каждый видосик я вкладываю частичку души, поэтому надеюсь, вы оцените. Поэтому, ребят, просаживайтесь поудобней, мы полетели. Я уже, в принципе, разогрелся, немножечко сегодня ветрено, но я надеюсь, я втащу как папочка и как бы, ну, типа, диким драконом, вот такая погода вообще не помеха. I'm on that Wolverine. Put me on vinyl records, cause we dropping a classic. Niggas can't see me like Mr. Magoo with no glasses. Useless. Anybody thinking that they beating us is crazy as Steven looking through a pair of binoculars. What more can I? What more can I? What more can I say? No beats by Dre. I've been patiently watching the throne, but I'm no Kanye. Cause good music's an understatement, I get better by the day. So how could you not notice? I'm gifted like Christmas stocking. They calling me Mr. Rolly, cause I got everyone watching. Yo, stay above you like a top floor of park. Still kill the beat like I'm John Q. Hart. What more can I? What more can I? What more can I say? What more can I? What more can I? Ребятушечки, ну как-то так.
как-то вот так вот, вот такие вот у меня вариации получились. Понятное дело, есть еще множество различных вариаций. Решил выбрать самое интересное, самые такие нестандартные. Я надеюсь, вам они понравились. Напишите в комментариях, какая вариация вам понравилась больше всего. Но вот такой вот, ребята, необычный формат. Я как бы не вижу смысла еще что-то сюда вталкивать, еще о чем-то говорить. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Нажимаем на колокольчик, дабы не пропустить новые видео. С вами был Дмитрий Чаплинский и его балансы на брусьях. Поэтому всем спасибо и всем пока.